Дмитрий Данильчик учится в механико-технологическом колледже. Закончил третий курс. Признается, в стройотряд пошел за мечтой. На заработанные деньги получит права и повезет родителей на отдых. Парень уверен, его вклад в общее дело позволит детям быть радостнее, а воспитателям меньше беспокоиться об их безопасности. Эта работа мне больше будет помогать, когда буду делать ремонт в своей квартире. Потому что все, что я приобрел здесь, это очень сильно мне там пригодится. В 56-м детском саду облагораживают территорию. Ребята из механико-технологического помогают во всем. Укладывают плитку, замешивают бетонную смесь, уделяют внимание и ландшафту. После того, как на площадках высадят травяной покров, установят новое игровое оборудование. Почву для посадки газона готовят заранее. Вспахивают, убирают старую растительность, камни и разравнивают. Траву сеют вручную, затем поверхность укатают катком и польют. По опыту ростки всходят уже через неделю. В отряде 15 человек, план работ на 2 недели. График с 8 до 5 с перерывом на обед. Труд физический, но, отмечают члены команды, привыкли быстро. Навыки осваивают под присмотром преподавателя. Вовремя приходить – это первое, потому что мы приходим сюда очень рано, то есть чтобы мы уже в 8:00 были переодеты, то есть без 28, без 25. Ответственность какая-то есть все-таки, это стройка, мало ли что может случиться. Ну и тоже виды какие-то работ, которые мы делаем, это же им на будущее поможет жизни. Чтобы попасть в тот отряд, прежде всего, нужно иметь огромное желание работать. Для этого учащиеся нашего колледжа обращались к секретарю перечной организации БРСМ нашего колледжа. Должно быть отсутствие каких-то медицинских противопоказаний к работе, они проходят медкомиссию, ну и ответственность, целеустремленность. В городе сформированы отряды разной направленности – экологические, сервисные, медицинские и производственные. Их формируют в штабе трудовых дел. Попробовать себя в деле может практически каждый. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.